Безопасность жителей – основной приоритет в работе правительства региона. Сегодня на еженедельном оперативном совещании Вячеслав Гладков раскритиковал организацию мест временного укрытия в подвалах многоэтажек. В частности, речь об областной столице. Губернатор отметил, от горожан поступают жалобы. Многие помещения до сих пор не подготовили, а поручения по информированию людей о том, где находятся ключи, не выполнили в полном объеме. Что касается текущих результатов. По информации мэрии, из 2400 скамеек для размещения в подвалах жилых домов есть почти 800. Закупили также и питьевую воду. Кроме того, в городе начали изготавливать указатели с навигацией к местам временного укрытия. Вячеслав Гладков призвал глав всех муниципалитетов отнестись к этому вопросу более ответственно. Формальный подход здесь недопустим. Вы обязаны воспринимать это, то есть перекладывать на себя, как поведет себя ваша семья. А ваша семья – это там 400 тысяч населения Белгорода или 44 тысячи населения Шебекино. Должен быть эвакуационный план из каждого подъезда.